известного уже в 11 серии. В банный комплекс случайно попадает Александр Емельяненко. Честно говоря, его появление там как-то вот вообще не объясняется. Почему он там оказался? Зачем он там оказался? Ну, вот как будто бы просто для шутки, для серии, не более того. Ленка сидит под домашним арестом без средств связи. Это все после того, как она залезла в подвал к тому самому ничего, чтобы поснимать и к Турке. А Саня устраивает себе день маскировки. В принципе, для него это достаточно удачный день, потому что его, в принципе, никто не обнаружил. Вот, но тем не менее. А также еще в этой серии, получается, его пытались, естественно, найти, но не то чтобы сильно пытались. Скорее, больше своими какими-то делами занимались. Вот. Собственно, ну, с Александром Емельяненко попытались какой-то челлендж запилить герой его дружки. А также, собственно, Оксана, да. Она также пытается выяснить отношения с Журавлем. В принципе, они выяснили, и все закончилось в этой серии у них хэппи-эндом. Да. Вот, серия получилась, в принципе, неплохой, но тем не менее, ребят. В общем, советую посмотреть по ссылке в описании, если еще не посмотрели. А если уже посмотрели, то пишите свое мнение в комментариях, ребята. Вот, жду. Пишите.